Ты. Итак, перед вами самая известная в Одессе старая еврейская больница. Только что здесь выпускник медицинского института сделал свою первую в жизни операцию аппендицита. Вывозите. Понял. Браток, а? Браток, а может все-таки в реанимацию, а? Ну, браток, давай в реанимацию, а? Больной, не занимайтесь самолечением. Доктор сказал в морг, значит в морг.